В настоящий момент МУП «Водоканалом» уже обработано более 50% базы плательщиков города. Столько же горожан получили корректные перерасчеты за водоснабжение и водоотведение. Полностью все данные будут восстановлены до конца года. Даже если вы на квитанции увидели, что у вас выставлены некорректные показания приборов учета, вот не паникуйте. Вот вы взяли, посмотрели, какие у вас показания приборов учета, увидели, какой у вас тариф стоит в графе по водоснабжению, по водоотведению, умножили на количество потребления, которое указано на вашем приборе учета, и оплатите ту сумму, которую вы считаете необходимым. Потому что платить все равно надо. Согласно решению дирекции МУП «Водоканал», до полного восстановления базы платежей никакие штрафные санкции горожанам не грозят. Чтобы подать верные показания приборов учета воды, сочинцы могут как явиться лично в центр оказания услуг, так и передать данные по телефонам, указанным в квитанциях, либо на сайте организации, по электронной почте, а также через личный кабинет.